Вот честно признаюсь, я не фанат ВСС в Battlefield Company 2. Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомбирус. ВСС. Сколько с ним связано? Это целый раскач до максимального ранга в БК-1. Сотни матчей на Оазисе и Монастыре. В Bad Company 2 никаких ассоциаций, никаких воспоминаний. Я просто не взлюбил эту пушку. Она стала для меня абсолютным разочарованием, потому что в Bad Company 2 он ушел больше в сторону того, что появилось в Battlefield 3, в сторону АС-вала. То есть, это неплохо, но старый ВСС с темпом стрельбы в 300 выстрелов в минуту мне нравился больше, так как он чувствовался снайпер. Ты его взял и понимаешь, что тебе нужно работать на дальних дистанциях. صندوق الذهاب رقم 2 يتعرض للهجوم. Здесь же это автомат, но зато он стал более гибким, и с ним теперь можно спокойно работать на малых дистанциях и в тылу противника. Немножко отойдя от темы сегодняшнего ролика, хотел бы рассказать просто про прикольный, наверное, захват точки, который сегодня произошел. Играли Rush на Harvest Day. То есть классическая тактика из первого Bad Company — пойти в обход через гору. Но обычно на этой горе сидит довольно-таки огромная толпа противников. Но на сей раз почему-то вообще никого не было, все отвлекались на центр. То есть танки боролись с танками, люди со снайперами. Я не понимал, почему такая странная расстановка сил, но встречаем снайпера, показываем, что ВСС гораздо круче какого-то М24, и просто заходим в тыл к противнику. И, конечно же, когда вы заходите так в тыл к противнику, ребят, не забывайте пользоваться всем тем, что дает вам Battlefield, то есть ПТУРами. И уничтожайте просто со спины танки. И, конечно, не забывайте сажать снайперов своими ноускопами и занимать именно это здание. Потому что здание перед амбаром и точкой А — это самое главное здание на первой паре в Harvest Day. Тут спокойно просматривается весь респаун противника. Единственная проблема — это здание быстро выносит и вас закидывают гранатами. Могут и настрелять, если вот так вот неаккуратно стоять. И в данный момент убивают моего братюню. Я почему-то этого не заметил. Но мы отомстили. Винни Вэнс. И тут Зомбирус начинает творить что-то страшное. Делать тупые ошибки. Никогда, ребят, не вылазите из этого здания, пока ему совсем не наступит каюк. И не лезьте с ВССом на автомат. ВСС из-за того, что он стал очень скорострельным, стал сложным для контроля, но не в рамках там отдачи, а в рамках разброса. Наверное, даже сложнее любой штурмовой винтовки Bad Company 2. Из-за бакана можно орудовать адским раскликом, а здесь нужно стрелять очень нежно. У ВСС очень мягкий курок, поэтому вам нужно нажимать клац, клац, клац. При малейшем зажиме, даже если он на 0,02 секунды, ВСС просто начинает стрелять во все стороны, кроме вашей цели. И это немножко раздражает. Но если вы научитесь чувствовать урок ВСС, то вы превратитесь в страшный сон для любого любителя Нубакана, МЛГ Снайпы, Карла с Густавом и фанатов НС-2000. ВСС очень мощный ствол, особенно на коротких дистанциях, и перестрелять штурмовика не является сложной задачей. Единственное, что может смутить, это, конечно, количество патронов. Но винторез после нескольких забегов я могу назвать самой сложной снайперской винтовкой и, наверное, одним из сложнейших стволов Battlefield Bad Company 2. Уж очень он требовательный к умению правильно раскликивать ствол. Особенно, если вы хотите работать на снайперских дистанциях. Не знаю, к чему этот ролик был, просто захотелось поделиться своими ощущениями после пару забегов с ВСС. Большое спасибо, друзья, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Пока.